кормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайками крыльцо. На мастер-классе «Поможем зимующим птицам» старшеклассники научили малышей делать кормушки и объяснили, как правильно кормить пташек, чтобы не навредить их здоровью. В школе номер 5 забота о птицах в холодное время года стала доброй традицией. У нас эта акция зародилась еще 3 года назад. Мы своим волонтерским отрядом решили помочь птицам, потому что мы видим, как они голодают, и то, что им тяжело переживать зимы. Вот. И на общем собрании волонтеров мы решили проводить вот эту акцию «Каждой печушке по кормушке». И у нас зародилась такая традиция, где у нас принимают участие не только дети, но и учителя. Креативные кормушки воспитанники 5-й школы создают в 2 этапа. Мальчики мастерят их на уроках труда, а девочки ярко раскрашивают. Делать кормушки любят и ученики младших классов. Они тоже неравнодушны к судьбе пташек. Из картона малыши вырезают разные фигуры, смазывают их клейстером и посыпают заготовленным кормом. Клейстер варят учителя из меда, воды и муки. Затем эти маленькие шедевры вешают во дворе. Вывешиваем мы их, наверное, перед зимними каникулами, потому что если дети могли их подкармливать перед, то уже в зимние каникулы об этом некому позаботиться. Снимаем мы их уже ближе к весне, потому что птицам надо настроить свой режим. И продолжаем заботиться о природе уже по-своему. Угощение пернатым дают строго по расписанию 1 раз в день. За 3 года постоянной зимней кормежки у них выработался рефлекс. И к назначенному времени они ждут свои лакомства. Птиц можно кормить горохом, семечками, но главное не жареными. Нельзя солить сало, можно давать просто размороженное. Главное повесить его так, чтобы птички доставали их. Сделать кормушку можно и дома, из подручных средств. Для этого нужна фантазия и желание помочь зимующим птицам. А повесить ее можно в парке или на любом дереве у вашего дома. Для нас зима – это пора чудес, волшебства и новогодней сказки. А вот нашим маленьким пернатым друзьям в это время года совсем непросто. Говорят, сытые птицы и мороз нипочем. И покормить их очень просто. Для этого достаточно взять из дома горсточку семечек или маленькие кусочки подсушенного хлеба и высыпать их в любую пустующую кормушку. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.